20 к 5410.07.2018, обновлено 21.12.10.2018 года, 1 412 824, Москва, 10 ю, РИА Новости. Регулирование тарифов на услуги мобильной связи опасно для отрасли и может затормозить внедрение новых технологий, заявили РИА Новости в пресс-службе Мегафона. Ранее во вторник лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что фракция разработает законопроект о государственном регулировании тарифов на мобильную связь. В Мегафоне напомнили, что опыт последних 10 лет показывает, что на рынке сотовой связи в России сложилась свободная конкуренция, в результате которой операторы последовательно снижали цены на услуги связи, и сегодня они одни из самых низких в мире, а качество – одно из самых высоких. В то же время цены на регулируемые тарифы и услуги имеют тенденцию к росту. Регулирование стоимости услуг связи опасно для отрасли и может привести к снижению конкуренции и затормозить внедрение новых технологий, сказали в пресс-службе Мегафона. Ранее в Минкомсвязи также заявили, что тарифы на сотовую связь не нуждаются в госрегулировании. В России стоимость этих услуг и без того одна из самых низких в мире.